На старте помогаешь ногой оттолкнуться. Как на самокате? Хорошо. Готов? Да. Краткий инструктаж, и 16-летний Богдан может почувствовать себя настоящим каюром. Хаски оказались резвые, поэтому часть пути ему пришлось не проехать, а пробежать за санями. Но это нисколько не разочаровало юношу. Эмоции его. Была какая-то тактика, я ее придерживался. Вот. Ну и в целом хорошо все. Ребята постарше катаются только стоя, самостоятельно управляя упряжкой. Малыши сидя в санях. А Толику повезло. Он проехал дважды и сидя, и стоя. Перерыв адреналина, ну, круто. Первый раз. Для детей катание на собачьих упряжках в новинку. Однако удовольствие не только покататься, но и погладить дружелюбных хаски. Эльза, Ник, Лота и Адель тоже наслаждаются общением. И с детьми, и со взрослыми. Кстати, такие развлечения абсолютно безопасны. Навыки, конечно, нужны, тренировки нужны. С собаками мы также тренируемся через день, каждый день, чтобы они не забывали команды. Вот. И, в общем-то, хотеть это нужно делать. Чтобы было желание. Акция «День добрых дел» в парках Одинцовского округа была утверждена главой муниципалитета Андреем Ивановым в 2020 году. С тех пор проводится ежемесячно. За все время ее участниками стали порядка 700 детей. В этом зимнем сезоне около 120. Гостей дирекция парков приглашает через окружные общественные организации, соцзащиту, администрацию. Программы в течение года разные. Решили предложить сегодня покататься на хаске, потому что заканчивается зимний сезон. В прошлом году у нас также дети приезжали. Все в восторге от общения с животными. Это не просто развлечение, это еще и полезно для детей, которые являются особенными детками, как я их называю. Для них вот общение с животными – это некая терапия. В этот раз парк Раздолье посетили две группы – 16 детей из многодетных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и 22 воспитанника школы «Надежда». Это ребята с ограниченными возможностями здоровья, задержкой психоречевого развития, расстройствами аутистического спектра из 3-4 классов. Мы сюда приехали впервые с ребятами. Дети у нас особенные, ограниченные возможности здоровья. Мы благодарим нашего директора, которая дала нам автобус, чтобы мы сюда доехали. Благодарим руководство парка, которые предоставили нам возможность погладить собак и покататься на них. После общения с хаски и веселого катания на собачьих упряжках гости смогли согреться горячим чаем, подкрепиться вкусными блинами, хот-догами, а заодно и поделиться свежими впечатлениями. Наталья Гончарова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».